Значит, ребята, сегодня у нас TeamSpeak с мерчем. TeamSpeak необычный. Здорово, здорово. Просто, да-да-да, здорово, он здоровается. Так, значит, обычный TeamSpeak 2 на 2 не интересен, поэтому я решил сделать TeamSpeak в формате наоборот. То есть вы спросите, как это? Я вам объясняю. Смотрите, если противники рашат Тёмку, мерч должен сказать, они не рашат Тёмку. Короче, мне кажется, будет максимально угарно. Да, это будет наоборот. Очень... Да, пытаться выиграть как-то. И, в общем, посмотрим, что получится, ребят. Вообще... Я не буду пикать лонг. Я попробую сейчас лонг занять. Хорошо. Ладно, давай. Вот. Но я не буду пикать лонг, короче. Не буду говорить инфу. Так, они не кинули смок. Они дали смок в Тёмку, дали смок. А, они не дали. Я не видел никого на лонгу. Я не бросил хае на лонг. Я не буду. Меня не убили. Ты не лучший. Господи, это максимально странно звучит. Так, я не займу карма. Они не пушат Тёмку. Я не пизда. А где он? А он у тебя. Не минус 50. Ты не лучший. Господи, вот опять. Они не спалили меня. Мне не пизда. Мне не пизда. Ну, да. Я тут, конечно, мог заклатчить, но я не пушу без префайра. Я не убил. Я не забрал. Не лучший. Да, в натуре. Они меня не дали. Не надо. Я не забрал. Он не в кармане. Я не забрал. Не хорош, не хорош. Не пушит плен. Не пушит Тёмку. Не пушит Тёмку. Мне не пизда. Не обходит. Я не забрал его. Не лучший, да. Не лучший. Вообще согласен. Я думаю, они, если им будет интересно... Они поддержат нас лайками, да? Да, ребят, если вам понравился этот формат, если вы хотите увидеть это в формате 5 на 5, то тогда ставьте лайки, и все возможно, ребят. Мне не пизда. Я второй минус 99. Не минус. Не лучший. Мне не пизда. Не на лаки, абсолютно. Лучше. Просто лучше. Прилип. Конечно, это было плохо, что я в пленту стоял. Надо было все-таки запушить. Я не забрал. А, ну, собственно, так и есть. Он, возможно, не обходит Тёмку. Вообще не лучше. Ну, в натуре. Так, мы проигрываем 7-2. Да, это очень печально. Они, я не фулл блайнд. Не лол, КП забрал. Ой, не забрал. Не пушим лонг. Меня сейчас пизданут. Ё-моё. Не тащи. Не домой. Не лучший. Не лол хп. Оба не лол хп. Мне не пизда. Я знаю, где он. У меня есть гранаты. Не видел Тёмка.
я не забрал чельк. Не забрал. Не лучший. Да. Ребят, ну а дальше у меня просто вылетела запись из-за того, что не хватило памяти. В любом случае, если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. Надеюсь, всем оно зашло. С вами был Горник и Мерч. Подписывайтесь на канал. Всем пока.